Криль – это мелкие и не слишком привлекательные на вид рачки. В переводе с голландского криль означает «мелочь, крошка». Длиной они не более 6 сантиметров. Казалось бы, что тут есть? Однако именно эти крошки составляют основу рациона китов, многих видов птиц и рыб. Для человека криль – это ценнейший источник белка и многих полезных веществ, которые эти рачки успевают накопить за годы жизни, питаясь планктоном в экологически чистых водах Антарктики.